как вырезать объект в Adobe Photoshop. Очень часто нам нужно вырезать четкий определенный объект. Все очень просто. Если у вас новая версия, вы делаете, смотрите на фотографию, выделение, предмет. И программа автоматически вам обрисовывает пунктиром выделения ваш объект. Далее нам нужно посмотреть, что объект выбран правильно. Видите, вот здесь он у меня не совсем по контуру. Мы выбираем инструмент «Быстрое выделение». Он находится на панели слева. Регулируем размер и корректируем плюс. Вот здесь ставим плюс. Корректируем форму, как у нас выделился объект. Соответственно, плюс, минус. Для того, чтобы контур вот этого вот пунктира совпал с тем, что нам нужно, и то, как проходит контур нашего объекта. Чем более ровный фон, чем более четкий край, тем проще вам его будет выделить. И, конечно же, когда снимают фото и, например, делают предметную съемку, стараются на максимально белом фоне снимать. Вырезать можно из очень сложного фона, но проще всего вырезать, когда уже контур у нас с вами четкий. Вот у нас произошло выделение. Выбираем любой из инструментов выделения, например, то, что мы делали, нажимаем правую кнопочку мыши «Скопировать на новый слой». В панели «Слои» мы видим наш с вами предмет, и он у нас выбран, мы можем его теперь использовать в любом месте. То есть вот он у нас с фоном, и вот он у нас скопировался на новый слой. Как нам вот это все теперь удобно сохранить? Файл, сохранить копию. И вот здесь вы выбираете формат PNG, потому что именно формат PNG позволяет сохранить прозрачный фон. Вот то, что мы видим, клеточка, это прозрачный фон. И теперь вы можете открыть этот файл. Вот он с прозрачным фоном. Например, открыть его в Photoshop, открыть его в Illustrator, в Word и так далее. Вот видите, это у меня уже новый. Здесь прозрачный фон, и я могу его дальше с ним работать. Очень быстро и просто.